Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале RusFPS, и сегодня я буду писать жалобу, так сказать, жалобный пункт Кингуцева в приложении не моей, а городской больницы детской города Сарапула. Есть какие-то проблемы здесь, которые вас мучают? Нет? Который находится на адресе Лесная, 8. Вот, заявление буду писать от своего имени. Заявление номер у нас. Так, я вот смотрю, заявление всегда номер. Номер не ставится. Ну окей. Так, ну как там пишет я? Ну, проблема такова. То, что я. Ну вот как подразумевается запись на прием по интернету, она должна решить проблему в случае. Ну, во-первых, то, что у нас не тупое население, оно не может записываться по интернету. Ну, приходит постоянно необразованное быдло это. Вот. А те, кто по интернету, они должны, вот, например, я на 17.15 записался. И что я делаю? Я должен зайти в 17.15, но там допускается, если тяжелый случай, допустим, то, ну, там, допустим, ребенок или еще что-то передо мной, то, ну, 30 минут нужно подождать, вот, а как бы там не было 30 минут, там просто, видимо, один врач пахал сегодня на 4 участках 12 часов, потому что, видите ли, врачей нету. Вот, следовательно, я не буду говорить, невозможно попасть на прием, все дела. Я буду писать, я... Ребят, видео должно было идти 15 минут, но я решил подсократить и уже сделать в конце, что я написал конкретно. Вот, не судите строго, это была моя первая в мире жалоба. Кстати, если у вас такие же проблемы в ваших больницах, я знаю, что большинство аудитории, они школьники, они ходят в больницы. Скорее всего, я надеюсь, вы записываетесь по интернету, по госуслугам. Вот, если нет, то отписывайтесь с моего канала, к чертовой матери. Ладно, шучу, не отписывайтесь. Вот, госуслуги – это топ, реально. Без очереди можно спокойно пройти. Вот, оценивайте и, в общем, что я там написал. Поехали, ребят. 12.12.19 прошу решить проблему с нехваткой кадров врачей педиатрического и других отделений. Причина является то, что даже записавшись по интернету на портале госуслуги, приходится часами сидеть в очередях и подействовать система очереди через одного. Естественно, допускается задержка до 30 минут, но только в чрезвычайной ситуации, когда пациенту требуется срочная помощь. Так прописано на портале госуслуги. Но по факту он приходит сидеть часами. Если проблема не будет решена, то придется привлечь госслужащих из администрации города Сарапула. Облпрокуратуру. Я таких вещей, когда смотрю, у меня просто волосы оставшиеся на голове дыбом встают. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно. Ну правильно, пусть их хоть кто-нибудь прижмет, я не знаю. Ну все, я сейчас сфоткаю его, ну как на памяти, и все. Подписывайтесь на канал, с вами был RusFPS. Может быть, еще такие типа либерастические, как кто-нибудь напишет ролики, типа «О, либераха написала». Все, ладно. Пока.